Топаз – инструкция по применению для винограда. Первым делом обязательно нужно прочитать описание и инструкцию по применению фунгицида «Топаз» для винограда. Так как вещество предназначено для различных типов растений, в том числе и комнатных, применять его тоже следует по-разному. Если на винограднике уже появились признаки грибкового заболевания, требует приступить к лечению незамедлительно при запущенной проблеме, фунгицид может оказаться бессилен. Действующее вещество доставляется на пораженное растение методом опрыскивания. Опрыскивание производится в сухой и безветренный день. Этот момент важен для повышения эффективности применения топаза. Температура окружающего воздуха может быть любой выше нуля, препарат действует и до минус 10 градусов, но возникнут проблемы с замерзанием жидкости. Если у садовода фунгицид в виде порошка, то нужно растворить 2 мл в небольшом количестве воды, чтобы получить концентрат. А уже потом данную смесь развести в 10 литрах жидкости. Если препарат в виде эмульсии, можно растворять в основной емкости сразу те же 2 мл на 10 литров воды, но удобнее поступить аналогично предыдущему варианту, сначала сделать концентрированный раствор, потом развести его в основной емкости. Готовим раствор для опрыскивания виноградника при заболевании винограда мучнистой росой или аидиумом, расчетный расход препарата. 1,5 литра на 10 квадратных метров площади посадок. Далее надо обработать зараженные растения. Если в течение ближайших 3 часов пройдет дождь, процедуру придется повторить. Если осадки начнутся позже, не беда. За это время фунгицид полностью впитается в стебель и листья лозы, начнет действовать по подавлению грибка. В этом случае не надо делать повторную обработку во избежание передозировки топаза. Если часть препарата попадет в почву, тоже ничего страшного, потому что топаз в почве разлагается быстро. После этого следует подождать не меньше 2 недель, оценить результат, и если проблема полностью не устранена, делать еще одну обработку. В профилактических целях виноград опрыскивают 4 раза за сезон. Дозировка и расход жидкости такой же, как при использовании в качестве лечебного средства. Важно! Нельзя превышать дозировку препарата, чтобы не погубить виноградную лозу. Если препарат сразу не использован полностью, его следует утилизировать, готовый препарат хранению не подлежит. Для рационального использования вещества можно готовить точное количество, для дозировки удобно использовать медицинский шприц. Нельзя забывать о мерах безопасности. Препарат относится к химикатам 3-го класса токсичности, умеренная опасность для человека и животных, поэтому необходимо соблюдать разумные меры предосторожности, используем защитные средства при обработке. Не готовить раствор в посуде, предназначенной для пищи, не допускать попадания топаза на кожу, слизистые или в глаза, если все же попадание случилось, немедленно промыть участок большим количеством воды, без респиратора пользоваться топазом опасно для здоровья. Не допускать возможности доступа к хранящемуся или готовому к применению веществу детям или домашним животным после использования. Второй из-под фунгицида – ампулы, пакеты, флаконы – надо обязательно утилизировать, чтобы ими никто не смог впоследствии воспользоваться. После работы вымыть руки и лицо, не допускать попадания препарата в водоемы, топаз токсичен для многих видов рыб. Полезная информация. Эффективность препарата топаз для винограда высока, комбинирование с другими веществами не обязательно. Если все же эффективности вещества не хватает, его можно скомбинировать с другими фунгицидами. Пару хорошо подойдут Харус и Купраксат. Можно комбинировать вещество с пестицидами или другими препаратами, если кроме грибков виноградная лоза имеет другие проблемы. В этом случае одной обработкой можно решить несколько вопросов. Причем важно знать, что топаз усиливает и продлевает действие остальных веществ. Топаз имеет широкий спектр действия. Исходя из опыта применения топаза, выделяется его неоспоримые достоинства, в широкий спектр действия, высокая эффективность, отсутствие фитотоксичности, возможность применения для разных видов садовых растений, влагоустойчивость, устойчивость к низким температурам. Разрешен к применению как на приусадебных участках, так и в жилых помещениях, относительно невысокая стоимость, что может быть важно для многих виноградарей. К недостаткам можно отнести уже упомянутую токсичность и, в некоторых случаях, необходимость повторной обработки виноградной лозы. Таким образом, достоинство препарата топаз значительно превалирует над его недостатками.
Исходя из опыта применения, данный фунгицид может быть рекомендован для применения в качестве защитного средства. Для вещества «Топаз» фунгицид «Инструкция для винограда» к прочтению обязательно.